Всем привет-привет! И вы смотрите мое видео. И сегодня я играю в Roblox. Это я с другого телефона. Это дом моей сестры, которая поле типа строила. А вон дом моего типа Ника, мой дом. Давайте посмотрим, что у меня находится дома. Тут сразу обратим внимание на новые такие пушечки. Какая-то липучка. Это ускоритель. Так, вот тут обычные такие, очень клевые. Как видите, у меня деньжат много. Так, давайте зайдем внутрь, посмотрим, что там. Тут у меня тоже новиночки, вот это самое максимальное, посмотрите. Короче, вот, очень прикольно. И вот это, посмотрите, какие иголки, о май гад. Так, мне должна открыть, типа, я сейчас зайду теперь с планшета и открою... Короче, с телефоном. Вот я, приветик. Вот. И сейчас я открою. Опа, опа. Все, проходим. Passwords. Эй. Опа, все, прошли. Сейчас она закроет. То есть я закрою, чтобы ко мне никто не пробрался, никакой монстрик. А мы пошли дальше. Смотреть, что находится у нее дома. Ну, типа у меня. Так, вот тут мы сразу замечаем милый столик и милые сиденья. Интересно, сколько я потратил? У меня, кстати, 25 тысяч. Так, вот. Тут, короче, смотрите. Так, идем дальше. Тут это моя комната. Вот тут такой шкафчик. Вообще, смотрите, шкафчик должен был быть... Вот сейчас покажу, какой. Вот тут вроде бы. А нет, вот тут, вот тут, вот тут. Вот, видите, какой шкафчик за 220. Видите, как мило. А вот это, да уж, ожидание и реальность. Это кроваточка, идеально вообще. Так, это столик и ноутбук. Как обычно, мы смотрим аниме. Ладно, давайте пойдем дальше. Так, давайте, о, вот тут мы любим покушать. Давайте покушаем. Сядь. Сказала сядь. О, так, берем кушать, вкусняшку. И вот это. Так, кофеечек почему-то мы не можем взять. Окей. Ой, как вкусно. Все, наелись мы. Кока-колу. О, было вкусно. Ладно, все, пошлите теперь. О, на кухню. Класс. Смотрите, какая кухонька у нас идеальная. Давайте пошлите на второй этаж. Тут у нее все, то есть у меня все лавинно. Так, все идеально. Ой, смотрите, это типа вот такая булька вода. И мы на кухню пришли. Идеально вообще. Ладно, давайте осторожнее не упадем. О, и видим мы тут дверь. Давайте нажмем. Почему я не могу зайти? Мне нужна помощь. Так, сейчас я сама приду с другого ака. Привет. Так, иду на помощь. Приветик. Давайте я вам открою все дверьки. А мы пока зайдем сюда. Так, тут, как мы видим, ночушка, да? Типа, тут нужно ночевать и все такое. Так, давайте пойдем. О, смотрите, это комната Майнкрафт. Ой, это не поняла. А, блин, это не я должна заделывать. Что ж мне так не везет? Ладно, а где комната Майнкрафт? Я потеряла, давай помогу. Так, а, вон, все, иду назад. Привет. Приветик, приветик. Так, идем. И давайте вот это поставим. Ну, сойдет. Так, все, я поставила. Теперь у нас там нету дырочки. Пошли посмотрим. Вот, теперь у меня нет дырочки, все идеально. Ладно, давайте теперь пойдем. Открой нам двери срочно. Так, открывай, бегу. Опа. О, заходите, пасва. Так, вот, ванночка, как мы видим, дорогущая. Прям вообще. О, тут дырка. Ой, через нее можно выбраться. Это вообще. А, заделай, пожалуйста, пока я на унитазе сижу. Так, все, я заделала дырочку. Вот, тут у нас умывальник, как видим. И лампочки. Окей, пошлите дальше. Вот тут у нас какая-то комнатка. Ух ты. Да, а, точно, не я должна открывать двери. Почему? Почему не я? Почему не гости? Гости тоже должны открывать двери. Так, все. Открыли, спасибо. Так, отойди. Так, вот у нас тут бильярд. Смотрите, какой он дорогой и большущий.
Ой, а вот тут у нас что? Ой, а тут мы пришли в садик. Идеально. О, смотрите, как мило. Тут можно тоже понаблюдать сзади. О, и обратно спустились. Давайте пойдем дальше. Так, привет. Ух ты, посмотрите. Давайте посмотрим. Ой, точно, я сделала такую типа ловушку и сама на нее попалась. Угу, идеально. Ладно, давайте дальше пойдем. Кстати, у меня уже 26к. Очень круто. Так, ладно, туда мы больше не пойдем. Давайте пойдем. О, на второй этаж. Пошлите. Конечно, пошлите. Так, это что? Понятно. О, во, как красиво. Ой, это что? Ну ладно, давайте потом туда пойдем. Я просто уже вспомнила, что это. Ой, давайте откроем. Блин! Так, помогай мне скорей. Я же бегу помогать. Так, бегу, бегу, бегу. Вы где? Ага, вот, нашла. Привет. Open. Ой. Так, давайте я уже сразу все открою двери, чтобы вы не мучились. Все, я открываю все двери. Заходим. Ой, смотрите, тут елочки и подарочки. Типа, вот, тут каминчик. Клево, это похоже на пчел, типа, знаете. Ладно, давайте пошлите дальше. Тут она уже открыла. О, это весна. Я тут сделала разные года. Типа осень, зима, лето, весна. Вот, это кажется весна. Посмотрите, как красиво. Давайте пошлите в осень. О, это осень. Тут только все расцветает. Так красиво. Дерево из Майнкрафта. Идеально. Так, вот тут мы уже были, да? Теперь давайте пойдем, куда мы пойдем. Так, тут мы были. О, это зима. Давайте пойдем в зиму. А где? О, привет. Сейчас открою. Опа. О, открыла. Заходите. Во. Тут я так красиво сделала. Тут снеговичок. И типа холодное озеро. Чего в нем купать? А это типа лед. Это все очень дорого. Так. Ладно, теперь давайте пойдем. Куда мы пойдем? Где лето вообще? Нам нужно лето, нам нужно погреться после зимы. Вот лето. Ага, привет. Вот, открываем. Во, вот это лето. Вот тут песочек. Тут можно позагорать и поплавать. Ой, что это? Прикольно. Вот, все, идеально. Так, теперь давайте пойдем вот в эту секретную. Так, я тоже с вами. Так. Вот. О, давайте прыгнем. Ой, и где мы? И мы опять в саду дома оказались, помните? Так, давайте пойдем. Так, и все. О, куда нам идти? Ого, мы уже на третьем этаже, что ли? Я говорю, это второй. Так, ладно, пойдем в секрет. Туда мы больше не будем прыгать пока что. Эй, подожди меня. Опа. Ой, ой, я сама себя подпихнула. Давай, скорее лезь. О, все, залезла. И я залезла. Ура! Ладно, все, пойдем. Пошли. О, и вот тут последний этаж. Тут садик. Ой, тут нужно было не заходить. Ну, ладно. Так, тут красиво все. О, вот, я же говорю, это для пчел, типа, такое. Где они мед делают. И все. Сейчас стоишь. Ладно. И вот тут можно наблюдать. Я это очень старалась сделать. Надеюсь, вы оцените мой домик. Вот. А вон мой домик. О, смотрите, не заметьте, тут еще один ход. А вон мой домик по-настоящему. Ну, типа, это моей сестры, которую она строила. А вот мой домик, который я сейчас нахожу. Вот мой, кстати, ник. Вот. Белла В535. Я без шлема, вот. Вот, я с Bubble Tea. Обожаю. Так, ну все. Мне кажется, домик получился крутой. Давайте теперь слезем по этому. Класс, очень было круто. А уже не вылезти. Ну, пошли сюда. Мне очень нравится этот домик. Мне кажется, он очень крутой получился. Бульк. О, и кухня. Так, вот тут тоже, кстати, можно наблюдать. Мне кажется, получилось очень круто. О, ты как тут оказалась? А, понятно. Ладно, пошлите на улицу теперь. Опа, я оказалась у себя дома.
домике. И давайте немножечко поможем моей сестре улучшить домик. Давайте. Ну, немножечко сделаем ей небольшой сюрпризик. Опа, о, вы видели, там, кажется, монстр был. Вот, смотрите, это зомбаки. Так, можно посмотреть? Нет? Ага, ого, посмотрите, как она это все сделала. Давайте ей немножечко поможем. Там каминчик добавим, скоро же Новый год, поэтому давайте ей добавим каминчик. Вот, покупаем за 500, у нее все равно 26 тысяч, просто полно. Ой, смотрите, огонек, огонек, огонек. Так, все, давайте вот тут. Жалко, что тут печенье, да? Или есть? Вроде нету. Значит, давайте потом еду купим. Так, украсить. Ну, давайте это потом. Снеговика. Ой, давайте снеговика купим. Ого, он очень 1000 стоит. Опа. Спасибо. Вот, все, поставили снеговичка. И, ой, ты чё тут стоишь? Мы тебя не наказывали. Опа, все, ура, теперь у нас красивый камин. О, давайте на камин положим вкусняшки вот эти. Давайте. Вот тут, вот сюда. Блин, я не просчитала вообще. Ну, давайте возле тогда, давайте. Все, снеговик охраняй. Я пока хочу покушать тоже. Очень вкусно. Так, давайте. А ты что летаешь? А что это еще один за камин? Что это? Что это? Так, ладно, все, давайте теперь купим диванчик какой-то, давайте. Допустим. Короче, не знаю, что купить. Ловушки, ловушки, точно нам же нужны ловушки. А еще нужно где следить. Сделаем ей какое-то место, типа прозрачное, пока этих зомбаков нету. Надеюсь, мы успеем. Как вы думаете, ваши ставки мы успеем построить? Скорей! Так, давайте, давайте. Так. Ну, как сказать, успели или нет? Картошечка фри! Ну, почти успели. Что сказать, мы молодцы. Сделали ей окошечко. И, о, я придумала. Давайте еще вот тут. Я поставим вот такую, чтобы она всегда тут спамилась. Вот тут. Чтобы она такая, мы на улице, а потом такая, это стекло, ого. Спасибо, Белла, что ты это сделала. Ладно, давайте ей бильярд поставим, нет. Ну, хотя она любит поиграть, но это аж 5000, это очень дорого, мне кажется. Давайте попозже. Так, еду все-таки. Не, еду потом. О, тоже давайте что-то милое поставим, давайте. Допустим, окошечко. О, не, давайте вот это и вот это купим. И все. Так вот, и диванчик, чтобы она всех могла приглашать в гости. Давайте. Мне кажется, будет очень мило. Так, опа. Ой, вот. Куда же поставить? Вот сюда и вот сюда. Все, и теперь ставим милый столик. Вот этот. Вот, мне кажется, получится очень мило. Опа, опа. И теперь... Опа, и все, мне кажется, получилось очень мило. А как вам? В принципе, почти как у меня. Очень миленько тут даже. И давайте диванчик вот такой купим. Дорогой, ну не очень, но дорогой. Зато он большой. Во, все, во, какой он стильный, знаете. Так, может еще телевизор тут есть, найдется. Так... Тут телевизора нет? О май гад. Ладно, давайте ей купим бильярд. Все-таки. Я подумала. Вот, смотрите, какой некрасивый. О, красивый оказался. Так. И теперь давайте еще отделим. Сделаем вот такое стекло. И вот такой большой вход будет в бильярд. О, смотрите, сова. Давайте, он будет не очень большой все-таки. Вот. Так, вот все, идеально вообще. Мне очень нравится помогать моей сестре. Теперь у меня будет красивый домик, как и у меня. Блин, не могу построить. Почему? О, о, и опа, ей, и упали. Вообще. Так, и вот тут немножечко. Все,
Почти. Вот. У нее все тут будет такое типа новогоднее, все тут такое милое. Ой, а что тут два дивана стоит? Наблюдает кто-то. Так. И сейчас под последок. Ладно, сойдет, пусть будет так. И под последок пойдем к моей сестре. Ой, сестре. В другой, короче, мой дом. Я уже за мою сестру говорю. Ну, прикольно, кстати, он сделан. Посмотрите, какой большой. Давайте обязательно ей самый лоточек поставим. Вот, классно. И ей тоже поставим лайкосик обязательно. Все супер, ура! Так, а если ты хочешь, чтобы, если тебе понравился вот этот мой домик, который я построила, я очень старалась. Поэтому тоже спускайся под видео и ставь лайкосик, чтобы было не 6, а, допустим, 60 лайкосиков. Надеюсь, столько будет, а я уже буду заканчивать. Привет! Все, я уже буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Ставьте лайкосики. Пока-пока.